Screwed up the world, make it better place for you and me and for all the rest of us who want to thrive and make it better way of life. Fruit up, fruit up. Привет, привет! Добро пожаловать в эту студию. Я болею. Не болела. Так меня хорошо держала вот эта чистка, как я прочистилась. И даже несмотря на то, что я стала есть столько Г в виде сыра и хлеба, и сладостей опять последние 5 месяцев, как я забеременела, все равно у меня вот уже почти год я не болела. Вот как я начала голодание, потом сыроедение чистое, и я так ни разу не заболела. У меня вся семья 3 недели уже болеет по очереди. Я только чихну там-сям, и все нормально. Но все-таки вчера меня одолела. Температура была 38,6. Ну, сейчас спала до 37,5. Да, давно я так не чувствовала себя. Вот. Сейчас буду лечиться, профилактику делать. У всех, конечно же, свои методы, а у меня вот такие вот. Будем сок сейчас делать в этой прекрасной соковыжималке. Половина лимона органического с кожурой обязательно. 3 таких маленьких морковки. Посмотрите на этот огромный кусман джинджера, имбиря. Это спасаем ананас. Ужасный, отвратный на вкус. Ужасный. Там никаких нифига вообще витаминов нет. Никакого вкуса в нем нет абсолютно. Самый-самый спелый выбрала. И тем не менее, все равно. Полное Г. Такое, что вообще даже есть не хочется. Поэтому в сок тоже забрасываю. И апельсинчики. Все. Вот такой вот витаминный коктейль. Сейчас все это через ситечко прогоним на 6 раз. Я ненавижу, когда там какие-то ошметки плавают. Я люблю очень чистый сок. И все, и можно пить. Какой цвет получился? Желто-оранжевый. А вкус какой офигенный. Получилось 0,5 литра ровно. Ну, там еще с 2 глотками. С имбирем переборщила малеха. Но это было намеренно. Так как мне надо от воспаления внутри избавиться. И весь, всю слизь разбить, чтобы побыстрее выходило. В общем, 6 апельсинов. 3 маленьких морковки, огромный кусман имбиря и половина лимона с кожурой органического. За ваше здоровье! В общем, так как я в таком состоянии пребываю сейчас, и у меня в голове туман, и постоянные какие-то бомбы взрываются, я решила отложить блогер за 90, тему переносим. Ну, то есть я как бы делаю блог, да. Как я уже говорила, можете заменять, делать, что хотите. Главное, снимайте. Так, я снимаю, но у меня нету энергии и ясности ума, чтобы записать видео на тему, которую я выбрала. Поэтому я ее откладываю на завтра. Надеюсь, что завтра мне будет лучше. Как бы мне уже сегодня гораздо лучше, чем мне было вчера вечером и ночью сегодня. Ну, посмотрим. Обычно к вечеру ведь хуже становится, но я стараюсь как могу. Поэтому, ребята, записывайте какую-нибудь свободную тему. Или записывайте тему, которую я задала. А потом на следующий день можете свободную сделать. Как нравится. Всем пока-пока.
И до завтра. День 55. Блогер за 90. Тема переносится на завтра. А сегодня рецепт сока. Оздоровляющий. Fruit up, fruit up.